установлена видеокамера для наблюдения. Сейчас трое ребят, трое парней. Можно посмотреть, чем они занимаются. То ли работают, то ли воруют. Вот. По-моему, они работают. Вот, закрыли, все. Камера увеличивается. Прям с близкого расстояния можно разглядеть их лица, куда направляются полностью. На автомашине или без автомашины. Марку автомашины, номер, позвоните. На участке участковой полиции Южного установлено 7 камер видеонаблюдения. Это самые такие дворы, где нужно было устанавливать камеры, потому что же просто так не в каждом дворе устанавливали, а именно те дворы, которые уже такие именно криминогенные. Вот, на ОРС-7 установили камеры, по Буковского, по Маяковского. Например, по Наурус-7, буквально вот после того, как установили камеры по Наурус-7, где-то в вечернее время трое парней распивали спиртное во дворе. И между ними произошел конфликт, в ходе конфликта произошла драка. Где мы пресекли сразу, направили наряд, пресекли драку и задержали их сразу на месте. Что-то посерьезнее, там, драки было? Ну, кроме драки, также была мной лично установлена женщина, которая без вести пропавшая вот, по улице Маяковского, 107, которые начали смотреть, ну, по камере. И вот женщина, которая уходила неоднократно, как бы сказать, может, старческий маразм, провал памяти, вот, ушла, не могла найти свою. По улице Маяковского мы именно по камере ее там обнаружили, с которой сидела на лавочке. Вот. После этого наши были переданы наряд.